Приветствую вас. Это история из игровой вселенной SCP Containment Breach. Сегодня я расскажу вам про объект класса Кеттер SCP-106. В народе его называют Старик. Это темная, будто сгоревшая человеческая фигура с ужасной ухмылкой. Он медленно появляется перед своей жертвой буквально из-под земли, сопровождая это странными звуками и разложением места вокруг самого SCP. Особое условие содержания старика обусловлено его способностью проходить сквозь стены. Исчезая в твердом объекте, старик создает подобие портала и может появиться в любом его месте. Человеку запрещается взаимодействовать со стариком. SCP-106 сначала калечит свою жертву, выводя из строя жизненно важные органы, мышцы или связки, а потом забирает несчастного в свое карманное измерение. Там время, пространство и ощущения человека находятся под контролем старика. Таким образом, он издевается над человеком, как бы играя с ним. Мало кто может выжить в этих бесконечных лабиринтах, которые пространственно искажены. Но даже если старик отпускает жертву, скорее всего, она скоро умрет. Тем не менее, если 106 вас не поймал, от него можно убежать. Старик передвигается довольно медленно, и долгая погоня может ему просто надоесть. Также замечено, что старику не нравятся вспышки света, поэтому электроворота могут его отпугнуть. Я вам даже больше скажу, этого SCP можно поймать и удерживать в одном месте. Для этого нужен большой контейнер, который состоит из большого количества слоев металла с промежутками между слоями и различными жидкостями, сопряженными со сложной конструкцией. Это путает старика, и его выход из контейнера задерживается. Внутри этой конструкции находится человек-приманка. Специальный пресс, управляемый дистанционно, наносит ему травму. По голосовой связи транслируются крики приманки. Это и привлекает внимание SCP-106, и он приходит в контейнер, чтобы напасть. Как только SCP нападает на приманку, следует включить магнитное поле. После этой процедуры, скорее всего, старик вас больше не потревожит. Если данная история вам понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Конечно же, оставляйте свои комментарии под видео. А с вами был Некрос, всем пока.